Обстановка Донецкой Народной Республики продолжает оставаться напряженной. Интенсивность обстрелов за прошедшие сутки со стороны украинских сил ОКОВ составили 28 фактов нарушения режима прекращения огня. 18 из них – ночное время суток. Обстрелам подвергались населенные пункты Дзержинская, Железная Балка, Горловка, Гольмовский, Спартак, Широкино, Жабичево, Новомарьевка, районы аэропорта города Донецка. Наиболее интенсивно обстрелов со стороны украинских карателей подвергся населенный пункт Широкино. В результате обстрела было выпущено более 150 мин калибром 82 и 120 мм. Потери среди личного состава армии ДНР составило 2 раненых. Хочу еще раз обратить ваше внимание, что в результате обстрела украинскими карателями православный праздник Святая Троица, населенных пунктов Горловка, Гальмовский и Широкино, жертвами стали 7 мирных жителей. Обстрел велся предположительно из запрещенной артиллерии.